На улице минус 14, аномальный снегопад в самом разгаре. И пока коммунальщики вовсю борются за снежными улицами по всему региону, в спортивный центр «Планерная» стягиваются тысячи любителей лыжного спорта, кому погода подарила самую заснеженную лыжню России. Здесь курсанты училища, студенты, рабочие предприятия, спортсмены и министры. Многие приехали на народный праздник целыми семьями. Первый раз сегодня. Вот как раз с братом и с сыном. Вот. Ну, хочу попробовать себя на 10 километров. Настоящая зима, за 3 года первый такой столько снега и прекрасная погода, чтобы покататься на лыжах с семьей. А вот на старт направляются чемпионы Олимпиады в Калгари 1988 года Михаил Девятьяров и Светлана Нагейкина. Лыжный вид спорта, самый здоровый вид спорта. Вы знаете об этом? Зима. Все группы мышц работают. Снег. Да, природа. И сейчас такая зима красивая. На лыжную трассу вышел и министр спорта России. Лыжня великолепная. Спасибо организаторам. Спасибо погоде. Такой праздник подарили. Но сегодня не только в Подмосковье, в Москве. Сегодня в 72 регионах России проходит этот праздник. Старт дан. Лыжня России 2021 собрала около 5000 спортсменов-любителей и профессионалов, которые должны были преодолеть 10 километров на пути к финишу. Пока лыжники пустились в часовую гонку, зрители отправились дегустировать блюда, приготовленные на огне. Поздно. В воздухе зоны фудкорта витают ароматы блинов, шашлыка, плова. Роль повара на себя примерил и министр спорта Московской области Роман Терешков. По его словам, в этом году лыжня России – то, что надо. Мы, конечно, соскучились по этому празднику, по празднику самой массовой лыжной гонки, лыжня России. Мы провели здесь хороший старт. 39-й гонки в Химках, в городском округе, традиционно отличная организация. Поболеть за наших и проверить уровень организации спортивного праздника пришли члены общественного совета «Химки. Интересно жить» и общественной палаты городского округа. Прекрасное настроение, погода, настроение не мешает. Организовано все на высшем, на высочайшем уровне. Очень приятный спортивный праздник, посвященный здоровью. Я сноубордист вообще, катаюсь на сноуборде, но всегда поддерживаю зимние виды спорта, это супер. Зима, снег сыпет, больше ничего не нужно лыжникам для того, чтобы устроить сегодня замечательную гонку. Настроение спортивное, от праздника ждем побед. А победит дружба. Спустя полчаса финишную прямую начинают пересекать победители и призеры лыжни России. Я довольна своим результатом, так как я хотела победить ради сына. У меня сегодня день рождения, ему 4 года, и это победа для него, для мужа, для моих мужчин любимых. Победителями и призерами «Лыжни России 2021» стали 12 человек. Ценные подарки и кубки им вручили министр спорта России Олег Матыцин, глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Прошлый год нам очень показал, что мы нуждаемся в этих праздниках, мы их ждем. И в этом году, вы знаете, потрясающая погода, по крайней мере в Москве, в Московской области снег идет. Мы давно такого снега не видели. Мы сделали все возможное для того, чтобы было удобно, комфортно, организовано питание, парковки, чтобы у всех было хорошее настроение, музыкальное сопровождение, подарки и прочие прелести, которыми всегда Химки могут гордиться, и на нас всегда можно рассчитывать в этом отношении. Важно отметить, лыжня России проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным соревнованиям в мире.